Европейский рынок акций в пятницу торговался в минусе. На настроение инвесторов оказывает влияние предстоящий в Италии референдум по конституционной реформе, итоги которого могут привести к серьезной волатильности в еврозоне. К тому же премьер-министр Маттео Ренци пообещал уйти в отставку, если итальянцы выступят против предложений референдума. На фоне опасений инвесторов основные фондовые индексы Европы потеряли в среднем около процента. Аналитик Роберт Халвер поясняет. Говорят, что плохой пример заразителен. Если Италия окажется в проблемной ситуации, например, там потребуется проведение досрочных выборов, то этот вирус затем может повлиять на другие страны – Грецию, Португалию, Испанию и даже Францию. Доходность гособлигаций растет, и банковские риски вновь повышаются, и снова все обратятся за помощью к ЕЦБ. Беспокойство инвесторов отражается и на стоимости единой европейской валюты, которая подешевела по отношению к доллару и иене. В США фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику, а торги акциями на московской бирже в пятницу закрылись в зеленой зоне.